Охта-центр принесут на другое место. Об этом сегодня сообщила губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Мы провели переговоры с «Газпромом» и приняли совместно окончательное решение о необходимости переноса этого проекта на другое место. И я благодарна компании «Газпром», которая с пониманием отнеслась к нашим аргументам и уважительно отнеслась к мнению горожан. Ну, пока неизвестно, куда отправится 400-метровый небоскреб. Это должны решить комитет по градостроительству, а также защитники города и специалисты. Ну, и только потом проект обсудит общественность. О том, что скандальный бизнес-центр, против которого выступали жители города, да и не только они, могут перенести в другое место, Матвиенко уже говорила в начале декабря. Тогда губернатор сообщила, что варианты переноса будут обсуждаться с компанией «Газпром». И вот у нас есть новости, которые сообщает интернет-издание «Газета». Петербургские деятели культуры активно отреагировали на эту новость. Вот есть, например, комментарий Михаила Боярского, который говорит буквально следующее. Мое мнение не изменилось, я не меняю ни друзей, ни мнений, ни принципов, говорит Боярский, который очень расстроен этим решением Валентина Матвиенко. Зато, наоборот, Александр Сокуров, Михаил Петровский, Олег Басилашвили и Юрий Шевчук говорят то, что они очень за. Вот, например, Юрий Шевчук говорит следующее. «Не зря мы стояли на митингах, не зря рубились против этой бутылки с нефтью», заявил он РИА Новости. Да, неизвестно только, скажет ли Юрий Шевчук так по поводу Химкинского леса.